Всем привет, друзья, ребята, не знаю, как вас еще называть, котята, пандята, учата. И сегодня мы с вами будем играть в три игры сразу. В Murder Mystery 2, ну, мама 2, вот, загадочное убийство 2, как угодно перевела. В Adopt Me и Among Us. Сразу три рубрики. Надеюсь, вы останетесь со мной до конца, потому что она очень интересная, эта рубрика. Впервые, между прочим. Вот мои новости, кстати. Да, вот я купила. Угу. И походку новую купила. А то старый надоело уже ходить. Я зашла на большой сервер. Ну, как большой, 10 человек. Ну, это большой сервер, да. Поэтому тут мало шансов стать убийцей. Ну, как я и говорила. Я могу зайти на маленький сервер, но если я не буду во втором раунде убийцей либо шерифом. Только при таких условиях. Но я никем не буду, поэтому я очень хочу зайти. Но сейчас мне просто нужны монеты. Кто не знал, маленькие сервера, ну, они... Какие они? У них очень мало человек и больше шансов стать убийцей. И это даже не VIP-сервер. Я пошла отсюда. Вот мы и на маленьком сервере. Да, тут 4 игрока, как я и зашла. Угу. По-моему, карту уже выбрали, но ничего. Будем становиться убийцей. Так, как вы заметили, я впервые лицо одела, да. Она донатерская. 12 робоксов целых стоило. Так, где люди? Ну, трое человек, ну, точнее, двоих я вижу. А третий куда потерялся, а? Ладно, допустим. Ой. Реально, куда третий потерялся? Треть, ой. Ладно. Ну, из 4 игроков стать невиновным вообще шанс на миллион. Так, ладно. Я хочу постараться. Опа, блин, ладно. Ладно, так уж и быть. Я не собиралась походить. Что это такое вообще? Ой-ой-ой, мне кажется, это она. Ну ладно, я все равно взяла опыт. Или это меня задолбало. Женщина или мужчина, неважно. Ты меня задолбала или задолбала, неважно. Но ты просто... Вот третий чел. Фу, какой он некрасивый. Я пошла от него. Не, ну я не сужу, конечно, но это не мой вкус. Да. Ладно, давайте последим. Вроде как шериф, они стреляют. Или это не шериф? Не, это шериф. Ой, телепортнулся шериф. Здравствуйте. Так. А он стоит. Или она? Не, это она. Это она. Вот, это она. Здравствуйте, он сказал. Девушки, он... Господи, убийцы и шериф не могут друг другу попасть. Здравствуйте, ребята. Уже раунд закончился. Да. Я ждала, пока он закончится. Ну, там уже было. Просто лень было на камеру снимать, что я жду. Да. Ладно. Короче. Выбрали карту. А чё, чин? Как вы думаете, сколько они стоили? Кто напишет правильный коммент, дам подарок. Ну, дам подарок, я вам честно говорю. Я буду лайкать и давать подарки, тот, кто напишет правильный коммент. Ар. Невиновен. В этот раз уже из 5 человек. Ну, что сказать, весело. Так. Господи, он... Ар, это не он. Так, это не она. Не она. Это не она. Я верю до последнего, что это не она. Честное слово, это не она. Она тоже не виновна, как и я. И такая же невезуха, как и мне. Здравствуйте. Так, ладно. Либо там убили. Но мне какая разница, я все равно сюда пошлю.
Прыгаем, 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 прыгаем. Это мне мешает, и вам это мешает. Ну что мне остается, кроме прыгания? Мне ничего не остается. Помогите, меня сейчас просто хотят убить. Помогите, хозяйшники, помогите. Там убивают. Спасибо. Что там чат? Понятно. Какой-то грим. Так, ладно. Чё я там мучаюсь? Монеты соберу быстренько. Меня не заметили. Как она меня не заметила? Не понимаю только этого. Здравствуйте. Вы сами видели, это было за КМ. А что она так с нами? Я решила себе, что пока я не стану и шерифом, и убийцей, ну, то есть, пока я не стану всеми, я не пойду в Adopt Me. Может быть, мы даже в две игры поиграем. Или в эту, потому что не знаю, сколько я раз еще стану невиновным. Но если я в этот раз стану невиновным, то я просто запись закончу. И когда стану кем-то, тогда еще запись начну. Потому что это как-то вообще не очень. Ну ладно, сейчас будем смотреть, кто я. Кто же я? Нормальненько. На моей нелюбимой карте убийцы. Я тут ничего не знаю. Они могут прятаться куда угодно, а я не знаю куда. Ну, хотя бы кем-нибудь стал. Ой, здравствуйте. А если я буду, потом я нормальная? Ну, я не нормальная, но это понятно. Ну, ладно. Здравствуйте. Ой, вы меня пощадили, да? Ой, это шериф был. Я же говорю, пощадили. Кто-то из них подберет. Начнем. Просто. Куда она стреляет? На что она надеялась? У нас тут пятеро. Троих убила. А последнюю? Я не понимаю, где. Сигнализация работает. Где она? Понимаю. Отстаньте, это моя самая любимая карта. Нужно было банк выбирать, если он там был. Я не помню, был ли он там. То есть... Это туалет, сюда не надо. Понятно? Она подобрала пистолет. Как? Кто это вообще? Это как? Не говорите, что я играть не умею. Это последний раунд. Отлично. Даже если я умру, мы все равно пойдем в другую, потому что меня уже этот мама 2 бесит. Сцена играет, да начер, блин. Нет, там музыка играет. Кто убил? Я не умею стрелять! Почему я хотела стать шерифом, не знаю, но я им стала. Это видно. Значит, совет последнего и все. Имя точно, капец. Это было за КМ, ладно, пойдемте. Ой, извините, я просто только зашла. Здравствуйте. Тут новое обновление, да. Ой, уже купаться захотел. Какой же ты. И в этом обновлении я вот кого купила, летучую рыбу. Ну и так скажем, я ее, конечно, купила, но... Я коплю, короче, на неон. Не понимаю, что, но я, короче, очень долго хотела накопить на разный неон, но решила именно на эту неон накопить вообще. Да, трэш. Согласна с вами, что это трэш. Он мне уже тин. У меня есть еще одна летучая рыба, которая тоже тин. И еще две нерву. Не знаю, как правильно говорить, но вы поняли. Да.
Вот какая же ты. Не знаю, захотите ли вы, чтобы я в Among Us играла, но знаете, я обычно 3 раза подряд импостер, и причем с самого начала, точнее, самозванец. Ну, импостер тоже можно. Ну, короче, давайте, пойдемте. Что, куда он хочет, я не знаю. Понятно, а? Теперь вы понимаете, насколько у меня лагает, насколько у меня телефон лагает. И да, я не помню, говорил я это или нет, потому что у кого-то такая память, например, у меня. Но я монтировать не буду особо. То есть я буду, но не так сильно, но не как ваша любимая. Не знаю, ваша любимая или нет. То есть я не буду эффекты использовать. Я хочу это сделать более обычным сегодня. Ну, вчера, сегодня. Ну, сегодня загружу. Ну, более обычным, короче, я это сделаю. Видео. Потому что просто мне лень, да. Тут бы был эффект тот самый красный. Не помню, ваш любимый он или нет, но он мой любимый. Просто моя любимка. Ладно, что он у нас там хочет? На, попей. И да, не обращайте внимания на мои деньги. Я не знаю, на что мне копить. Но у меня раньше было 2000. Я их все потратила. Даже не помню, на что я их потратила. Да. И мы будем копить эти мечи. Я коплю на водную машину. Не знаю именно какую, но там 15 тысяч, короче, стоит. Я это уже сказала. Потому что дальше я буду копить на какой-нибудь... Блин, опять тот же самый чел. Ну окей, что ж ты мне дашь? Это типа... Ладно. Мне такое не нужно. Если вы хотите, чтобы я сделала шортс видео Product Me, как я открываю боксы и хочу, чтобы мне выпала коробка, на которой можно ездить, тогда обязательно пишите в комментарии. Сколько вам нужно будет написать в комментарии, я не знаю, но нужно будет. Итак. Почему у меня так лагает? Я просто ненавижу все игры, потому что у них так лагает, особенно в моем телефоне. Да. Господи. Во, нормально. Конечно, да. Крэбби-крэбби, это, по-моему, крабов. Блин, короче, крабы на тебя садятся, ты их берешь, и потом их нужно в воду засунуть. Именно 3 краба. Да. У меня с русским, ну, хорошо, конечно, но говорится плохо. Крабы, по-моему, да, крабы. Ладно, короче, 12 тысяч ровно мне этих, да. Ой, извините за молчание. Не знаю, сколько минут у меня получится видео, но уже больше 5 минут точно. Вот Крэбби-Крэбби, в какой я команде. Ой. Ох, опять супер. Да. О, золотой ты мой. Чего вы не собираете? Ничего. Вот я одна тут собираю золотых, между прочим. Идите сюда. Ну вы прям созданы для меня. Ну, смотрите, красные, красивые. Я тоже красивая, правда, не красная. Зеленая зато. Ну, блондинка. Ладно, короче. Тебя тошнит. Я уже наизусть знаю, что они делают. Тошнят и все такое. Блин, я золотого хочу собрать. Не, блин, золотого собирают, а я одна такая. Без золотых. Без золотая. Золотой. Угу. Мы точно победим. 2000 уже есть. Ну, хотя бы на 2-м или на 3-м месте будем. Или на 1-м. 1, дайте мне... Чуть-чуть не донесла. Вот чуть-чуть не донесла. 3-е место? Ладно. Так уж и быть, приму ваше 3-е место. Мне осталось всего лишь 100 очков докопить. Они издеваются надо мной. Где моя животная? Молодец. Ко мне... Иди ко мне. Очень хочу сделать него. Неизвестно, что у него будет светиться. Вообще ничего не известно. Но если вы хотите побольше видео про Adopt Me, и вам понравился мой контент, вот такой вот. А где она?
А вот оно. Если вам понравилось вот это вот видео, короче, скажите, про что мне больше снимать, про Among 2, про Adopt.me или про Among Us. Ну, до Among Us еще добраться надо. Да. Ну, давайте еще следующий день переживем в Among Us. Сейчас, когда ночь будет, я обязательно вам номерочек свой дам. Ну, наберу вас. Включу, короче, запись. Короче, давайте. Извините, до ночи не дотерпелась. Сейчас мы пойдем домой, когда он захочет спать, я его до купания, то есть он у меня искупается, и пойдем в Among Us, потому что времени у нас мало. Я всего лишь это все скреплю, то есть монтировать я особо не буду, скреплю и все. Ну и громкость поставлю громче, и все. Это все, что я сделаю. Все остальное я просто сохраню и на YouTube уже видео, да, поставлю вот так вот. Только вот я не знаю, что мне поставить на аватарку видео. Вот с этим у меня проблемка. Есть идейка? Нету деньги. Есть идейка? Но не факт, что она сработает. Но есть. Ладно, короче, ничего не получилось. Сейчас он пойдет мне спать. А точнее, мы ресекаемся. У нас вот так вот. На аватарку у вас, вы уже видите, что на аватарке, точнее, видели. А я еще не вижу, поэтому я думаю, что же мне поставить. Спи. Сейчас экскурсия на мой дом. Вот начало. Игрушки для животного. С помощью этого мне помогали. Вот эта вот штука. Вот такая вот кухня. Вы тут видите, это моя спальня. Правда, я сюда не захожу вообще. Так, ладно, давайте дальше. Это вот колыбелька. Вот так вот такое. Вот тут ванна. Сейчас сюда летучую рыбу. Вот такая вот ее комнатка. Да. И третий этаж вообще у меня какой-нибудь. Какой-то вот такой. Да. Напишите в комментариях, можно ли мне ходить в лес, но сюда укладывать спать животного. Обязательно напишите в комментариях, потому что я не понимаю. Я такая вот по Adopt.me. Кстати, у меня такой себе инвентарь. Вот такой флайрайд, золотой флайрайд, вот такой флайрайд. Ну, короче, вот такие вот флайрайд. Они не очень крутые, ну, точнее, крутые, но для меня они старые, хочется новых. Ну, допустим. Ладно. Пить? Ты издеваешься? Пойдем попьем. Пей. Смотри, не захлебнись. Так. Попил. Пойдем обратно. Спать дольше всего, но меньше всего дают вроде как. Это странно. Так, ладно. Все, пойдемте в Among Us, наш любименький, наш сладенький. Вот мы с вами в Among Us. Давайте я дождусь, когда раунд этот закончится, и включу камеру. А сейчас жду. Вот он только что закончился. Вот я такая вот красотка. Вообще была другого цвета, голубого я была. Голубой просто везунчик, поэтому я всегда голубая. Давайте сыграем 3 раунда и будем уже заканчивать наши съемки. Я и так уже устала тут запариваться снимать. Но все для вас. Мне еще аватарку делать, еще монтировать, еще загружать. Поэтому так мало играем. Вообще в загадочном убийстве мы больше всего играли. Да. Несмотря на все это, мы больше всего играли в загадочном убийстве. Давайте, если мы не станем самозванцем ни разу за 3 раунда этих, то тогда еще будем. Что за господи. Член экипажа, ну ладно, постараюсь стать самозванцем. Давайте выполнять задание. Пойдемте осмотреть образец, мед, отсек. Ой, что вы все сюда идете, не понимаю. Так. Ну, тут нужно ждать пару времени. Я ждать не буду. Я пойду. Так, там черный. Странно подозрительный. Он за мной бежит.
Какой же он гад. За мной бежит. Ах, ты ж гад, уйди. Вы издеваетесь? Я так и знала, что это он. Вот так и знала. За мной бежал, вот гадиная. Извините за слово, но нужно. Ой, блин, они все за англичана. Ладно. Так уж и быть, признаю это. Что они англичане, я зря писала так долго это слово. Ай. Ну, ждемся. Когда я стану самозванцем? В следующий раунд я не буду. Буду выключать камеру. Да-да, я такая. Нам нужен стать самозванцем срочно. Так. Кто же я? Самозванец. Значит, в следующий раунд будет последний. Итак, я всегда рада вам помочь. Только я забыла, какой второй самозванец. Ладно, я всегда рада вам помочь. Я всегда закрою вам двери и буду одна сидеть. Мне, в принципе, пофиг, с кем я сижу. Главное, что я тут одна. Сюда мне нужен, типа... Ой, спасибо, открыли мне двери в прошлое. Вообще, это будущее, но будет прошлое. Я отомщу, черный. Отомщу. Натя, отомстила. Хоть бы его не нашли. Этого черного или ее. Ну, блин, ну, понятно, что это она. Но я не хочу, чтобы ее нашли. Ну, он пускай делает. Я типа делаю, да. Блин, мне до Кива осталось чуть-чуть времени. Ой. Ладно. Надеюсь, за меня не проголосуют. В принципе, синий на месте стоял. Мы с вами выкинули розового. Сейчас будет продолжаться раунд. Вот я тут вот. Да. Выключаем им опять свет, потому что его, конечно, легче починить всего, но не видно, что убивают. Блин, они вдвоем ходят. Нечестные. Так нельзя. Господи, что происходит? Что у меня с телефоном? Одни только... Задолбали! Ладно. И мы выкинули желтого. Сейчас будем продолжать. Ой-ой-ой. Вот мы и продолжаем. Мне очень сильно лагает. Ну, пускай они стоят в кафетерии. Мне это лучше. Так, ладно. Я сейчас его закрою где-нибудь. Точнее, выключу свет. Как им повезло с самозванцем? Он выключает им постоянно свет. И им так повезло, что он выключает им постоянно свет. Где все? Блин, они сейчас выполнят все задания, я проиграю. А мне-то хуже. Где же вы, мои зайки? Я всегда готова убить. Ой. Ну ладно. Вообще, я вас не вижу. Мне вас искать, что ли? Окей, пойдем сюда. Чё? А чё он за него гонится-то? Ха, коричневый. До свидания. Так, в темноте я убила. Срочно пойдем на свет. Ой, уже починили. Ну ладно. Блин, я хотела в складе закрыться, а тут. Ладно, хотя бы тут закрылась. Это лучше. Я им сейчас сделаю саботаж. Я знаю. Я постоянно выключаю свет.
Так, ладно. У нас очень долгая игра, поэтому я убиваю ее. И убегаю от трупов. Кто у нас остался? Я прибегаю чинить свет. Точнее, ужасно чинить свет. Тут уже починили. Ну ладно. Куда он идет? Что? И кто же это? Зеленый, может быть? Ну ладно, сейчас. Ребята, мы выиграли, мне поверили. За меня вообще за весь раунд не проголосовали. Ура! Я выиграла! Одна, наконец-то! Ну, сейчас будет у нас, давайте всем без последнего раунда. Мне пора с вами прощаться. Всем спасибо. Я очень рада, что я поиграла сразу в 3 игры. Надеюсь, вам эта очень рубрика понравилась. Обязательно пишите, понравилось вам или нет. Всем спасибо за просмотр и всем пока!